Работники российской прокуратуры отмечают профессиональный праздник. Сегодня этому ведомству исполнилось 296 лет. Торжественное собрание прошло и в Чувашии. С праздником прокуроров поздравил глава республики. Их ключевая задача – обеспечивать верховенство закона. Они защищают права детей, помогают снижать административные барьеры для бизнеса, борются с коррупционерами. За год в ведомстве рассматривают десятки тысяч обращений. Сегодня прокуратура – государственный орган, координирующий работу всей правоохранительной системы по борьбе с преступностью, с проявлениями коррупции, обеспечивающий защиту прав и законных интересов, орган граждан и субъекту предпринимательской деятельности. Это ведомство, куда каждый человек может обращаться практически на сегодня в любое время за правовой помощью. Более подробные итоги работы за прошлый год Василий Пословский обещает подвести на ближайшие коллегии ведомства. Но уже сейчас, отмечает он, можно сказать, что в прокуратуре сформировалась команда, работающая на результат. На протяжении почти трех веков служат люди, для которых верховенство закона, справедливости, укрепление законности и правопорядка, защита прав человека, государственных интересов является главной целью профессиональной деятельности. Михаил Игнатьев отметил, что с республиканской прокуратурой в правительстве взаимодействуют эффективно. Это приносит ощутимые плоды. Уверен, что эффективное взаимодействие органов власти с прокуратурой и в дальнейшем будет способствовать обеспечению правовой стабильности, развитию реального сектора экономики, повышению уровня и качества жизни населения на территории нашей родной республики. Лучшим работникам прокуратуры вручили благодарности, почетные грамоты и памятные знаки за верность выбранному делу. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов, Республика.